Electronic Sports Games returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, StarCraft 2, and $5.5 million at stake. European finals will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now. Ну и привет, дорогие друзья, снова мы наконец-то возвращаемся на шестой сезон Hellcase Cup и, конечно же, на датское дерби противостояние двух коллективов Rocksters и Norse Academy. Я же, Гамар, приветствую вас и готовлюсь уже освещать этот потрясающий матч. Достаточно долго мы ждали, если честно, и так по расписанию нужно было ждать 20 минут, так тут еще и игроки как-то долго коннектились, но в любом случае мы дождались. И это главное, это действительно самое важное для нас, потому что наконец-то начнется эта игра. В целом, что можно сказать по паре коллективов? Достаточно близко у них ситуация по группе, но настолько ли? Чтобы вот сейчас быть такому коэффициенту, каковым он является, дорогие друзья, потому что здесь, ну, на мое личное удивление, по крайней мере, разница достаточно серьезная. 1.6 на Fraxters и 2.15 на Norse Academy. Ну, просто меня это удивляет по одной простой причине. Разница в этих двух коллективах в группе в одну победу. Только у Fraxters на одну больше, и при этом оба коллектива смогли обыграть одного и того же оппонента. Это Арис, у которых пока вообще ноль побед. То есть, наверное, не самый грозный соперник для них, и из-за этого я удивился, что такой коэффициент. Но в целом, да, неплохо себя показывали Fraxters в последнее время. Чего, наверное, нельзя было про них сказать раньше. Ну и увидим, так это или нет. Сегодня достаточно плотные коэффициенты. Я думаю, серьезные аналитики, которые зарабатывают на ставках, могут неплохо навариться за сегодня. Ну и не забывайте о том, что призовой фонд на турнире динамический, он постоянно растет. И из начальных 10 тысяч мы уже имеем целых 50, дорогие друзья. Потрясающий показатель. И действительно, игроки должны быть такому раскладу дел очень довольны. Ну, уже готовимся смотреть игру. Наконец-то закончился вармап, закончился ножевой раунд. Карта Train и традиционная BO1, к которому, я думаю, многие из вас уже привыкли, запомнили, что именно так все проходит. А пока удачи коллективам, мы уже начинаем. Кстати, начинаем очень динамично. Судя по тому, как бегут Fraxters, они просто планируют аркадить Бэплэнд. Уже будут аркадить без одного игрока, погибает первый, но сразу моментальный размен. Да, и не один, а сразу два. Цикрон! Отлично начал и уже закрыл сразу двух оппонентов. Дальше нужно идти. Есть, благо, Лакора и киты и смачок, так что прикрыть тиммейтов в состоянии. Молотов имеется, но еще нужно дойти с ним. Да и молотов здесь вряд ли станет ключевой преградой. Все это время Мерс прикрывает своих тиммейтов. Неплохая разыгровка, там смачок, так что так легко убить дефьюзящего не выйдет. Все это время попытка ниндзя дефьюза, и буквально одной секунды не хватило игроку атаки, чтобы все-таки перевернуть исход этого раунда. 1-0 за Norse Academy. Так вот, уже традиционно BO1. В который раз, в общем-то, я неоднократно об этом говорил, дорогие друзья. Групповой этап проходит именно так. Раунд-робин и BO1 встречи. Один всего лишь круг, а значит, каждой команде предстоит сыграть по 7 матчей. Ну, трудно сказать, кто на что претендует. Все-таки из 8 коллективов выходят 6. Но пока что Norse Academy находится на 7-й позиции. Я не могу сказать, что это ужасный показатель. Он вполне рабочий по одной простой причине. Что у Force, что у Fraxters по 2 победы, а матчи они сыграли больше. Так что вот Norse Academy могут вернуться в
попытку выхода в плей-офф буквально вот уже за этот матч. Поэтому просто смотрим интересную игру, надеемся на то, что коллективы нас не разочаруют. Напомню, что предыдущий матч с участием Team Spirit прошел не лучшим образом для них. Все же тогда как-то на удивление Spirit вообще ничего не смогли показать. Выиграли всего 2 раунда против Mortal Kombat и отъехали. Ну, пока легкая приемка, не вижу смысла здесь на чем-то конкретном акцентировать ваше внимание, дорогие друзья. Все даже слишком просто, наверное, было сейчас для Norse Academy. У оппонентов не было девайсов, они играли full echo. Понятно, что расставили бомбу, то можно позволить себе подобный маневр. Это вполне разумно, тем более, что сейчас уже будут калаши на руках. Так вот, не забывайте писать в чате свое мнение, что вы думаете по матчу в целом, ну и, конечно, за кого вы топите. Если будут какие-то вопросы, я также попытаюсь на них время от времени отвечать. Ну и просто хорошего просмотра, в конце концов, дорогие друзья. Вот и первый оружейный. Фрагстерс, ну, напомню вам, пистолетку разыграли весьма-весьма динамичным образом. Сейчас вроде бы начали действовать поосторожнее. Здесь действительно не будет каких-то таких агрессивных врывов, скорее всего, будут более аккуратные разыгровки и поступательные выходы. Но, судя по всему, до контакта. Из того, что мы видим на самом начале, действительно оставили только одного игрока под зеленью Фрагстерса, сами планируют идти под Б-плент. Их там будет ожидать господин Гейт и... Ну, кстати, работы у него достаточно много. Выход сразу с двух сторон. Перекрывает верхнюю волну. Там, точнее, только одного оппонента. Но после этого погибает. Хелпующего игрока-то и не хватило. А хелпа не успела. И в этом вся проблема. Как бы не хотели помочь, но не хватало второго игрока. Позиция была открытая. И не смог выжить игрок защиты. Ну, походу, это первый раунд для атаки, дорогие друзья. Скорее всего, сейчас он и упадет. Хотя, неплохой килл от Акора. Но все же он остался сам битый. Значит... Тут нужно только сейвить. Ну, по ходу дела из-за сейва тут, в принципе, никаких предпосылов на то, что не дадут сохранить девайсы, нет. Уж очень далеко все игроки атаки, да и идут они не в том направлении. С двумя девайсами останутся Norse Academy к следующему раунду. Поможет ли это им? Однозначно поможет. Денег достаточно много у двух игроков. Сразу они дадут дропы и, в общем-то, можно попытаться закупиться. Не 100%, не факт, что так будет. Но, тем не менее. 4250, 4100 — это отличная возможность. Одному дать дроп, второму закупиться. И, в общем-то, играть уже как минимум от 4 девайсов. Докупается скаут, и вот вам 5-й на руках. Так что Фрагстерс пока расслабляться рано. Наверное, по крайней мере, все же, да, неплохо разыграли выход под Б-плент, но там был только один игрок, а значит, не так много проблем он представлял для этого датского коллектива, который у нас сейчас в атаке. Тем более, помните, был энтри с его стороны, потом уже пошли размены за счет плохой позиции, но никак за счет того, что там... Просто Фрагстерс на голову выше. Нет, я думаю, тут должна быть интересная борьба до конца. Ну, по крайней мере, не как в матче с участием Team Spirit. Там как-то все совсем грустно закончилось. И я действительно надеюсь на то, что больше таких разгромных каток у нас с вами не будет. Пока готовится раскидка, и вот тут уже пойдет выход на один из плантов. Скорее всего, это будет точка. Все же бомба находится под сотней. И действительно, буду сплитовать оппонент. Двое на зелени, один на... Верхнизи, и сразу двое сотни будут открываться. А там четверка под аплантом. Вот это уже более приятная позиционка здесь для игроков дефенза. Осталось всех перебить. Всех перебить пока не очень удается. Да и патроны у Акора заканчиваются. Надо отходить назад. Скаут тоже не работает. Мерц, ну, попал, по-моему, под конец уже ноускопом. Хотя то тоже не факт. Но серьезно, 4 в четвером принимать выход. 4 в 5 драка была. И что, дали один фраг? Да и тот через смог в полубок как-то... да, вот теперь-то уже становится немного страшно за Norse Academy. Они-то за свои 2 раунда зацепились сразу, но все же, согласитесь. Ну, вас 4, а значит, должна быть приемка покомфортнее. Давайте посмотрим, сможет ли Гейт подсейвить свой кровный кольт, который он так пытается уберечь, но Фрагстерс говорят, никакого кольта ты не получишь. Действительно, хороший фраг,
смогли выбить последние девайсы, тем самым последние соки буквально из Norse Academy в экономическом плане. У тех не более там 2000-2200, если быть точным, и дальше эко, причем фулл эко, как вердикт. Этим товарищам ничем уже не помочь в этом раунде, скорее всего, по крайней мере. Ну, знаете, если вчетвером не принять апленты, при этом только один фраг дать, то это уже первый такой неприятный предпосыл на развитие событий дальше. Будем надеяться, что это какая-то досадная ошибка. С нашего ракурса трудно судить. Все-таки хит-парад смертей какой-то сейчас мы видели, но... Все же, где же минусы? Пока минусы мы видим, ну, от Fragsters, а не от Norse Academy. Казалось бы, ну, относительно грозный тег, второй состав неплохой организации, но где же те самые результаты, которые мы так от них ждем? Ну, с другой стороны, пока ясно, что все не ограничено только этим турниром. Команды пытаются играть не только здесь и надеются на то, что получится пробиться. Например, насколько я, по крайней мере, помню, то ли... Оба коллектива, то ли Norse Academy точно пытаются, по крайней мере, попасть в Шанхай через квалификации на SL Elite Invitational, что уже здорово. Плюс, когда играют единонациональные пятерки, всегда можно врываться на ВЭСК. Ну что, попытка выхода. Не проверили Мерца сразу. Он из-за этого дал фраг, но всего один. И вот здесь этого может не хватить. Что по стрельбе, Боров? Как это вышло? Ну, он должен был зажимать без проблем, но в итоге сам-то и погиб. Но все еще 2 в 2 и не потеряна ситуация для игроков Norse Academy. Гейт находится в пунте, его тиммейт играет в кармане. И, возможно, Fragsters нужно банально отойти немного назад. Только что заметили одного из игроков, а Акор пока не палился. Вот только теперь он является последним игроком. Интересно, как он именно будет разыгрывать этот эпизод. Ему нельзя скоупиться. Нужно играть только в прицеле, и он без армора. Тут буквально вот один промах, и все придет к фиаско. Ну, видимо, промаха не будет, по крайней мере, сейчас. Fragsters очень громко убежали под Б-поинт, и там будут ставить бомбу. А для Акора это, наверное, шанс просто уйти подальше и подсейвить АВП. Не нарываться. Хотя бы... немного здесь подэкономить для своей команды, оставить хотя бы один девайс при себе. Все же авик это полезно, но от этого бай в следующем раунде не получится. Ну, была реальная возможность для Norse Academy зацепиться за раунд, они не смогли ей воспользоваться. Увы, для себя как-то, знаете, даже немного разочаровала эта разыгровка. Ну, тот же выпад от Боропа вы видели, он, то есть, стоял на линии огня уже по классике, сел, зажал скилл, показал. Поэтому я искренне верю в то, что этот фраг он оформит. А тут внезапно спрей не удался. Ну, сам виноват, наверное. Все же теперь Norse Academy будут продолжать играть вторым номером еще какое-то время. 4-2. Действительно, уже такой счет. Двойное преимущество. А как-то Norse Academy не очень много внушают доверия в последние пару раундов. Ну, давайте посмотрим за реализацией единого АВП на всю команду. У Акора оно имеется, и в том раунде он хотя бы один фраг смог оформить для своей команды. Какой-то агрессивный пик мог бы выглядеть здесь неплохо, рассчитывать на сотню, но на сотне никого не найдет. А дальше пойдет ли хоть немного пушить вперед, пока не совсем ясно. Возможно, будет просто крутиться по две позиции, так как есть вероятность попытки выхода со стороны верх-низа. Там уже есть игроки, да, АВП Акора может щелкнуть хотя бы одного. Но он, по-моему, пропускает возможность. Первую, по крайней мере, для себя. А дальше идет раскидка. Ну что, молотовы на, за вагон, точнее, не на него. Так что есть шанс дать фраг. Фраг не дал, запрыгнул в молотов. И здесь же и погибнет, судя по всему. Неплохо сгораем в молотове с единым на всю команду девайсом. Увы. Вот такой вот мув. Не самый приятный. Хотя, с другой стороны, размен все же нашли. Мерц, его дигл. Есть хедшот. По Сикрону, ну, боюсь, что этот хедшот может стать единственным для команды Norse Academy. Нет, не единственным. Бороб-то тоже здесь присутствует. Так что пока что, по крайней мере, можно еще за фраги повоевать. Ну, или за фраг. И фрага здесь тоже не будет. Квадрокилл. Ставни. Тоже, друзья, кстати,
подсказывает, если я неправильно произношу ники игроков команды Fragsters. Насколько я помню, Каменчу я именно эту пятерку впервые, а вы понимаете, эти скандинавские никнеймы, еще попробуй разберись. Ну, а давайте заодно и познакомимся. Секрон, Ставни, Dragonfly, Фрозлил, да, наверное, так он является. Его ник меня просто пугает, это перечеркнутое О. И Торбен. Или Торбен Йорд. Как вам такой вариант? Пока, ну, даже трудно тут сказать на тему того, как дальше будут обстоять дела для Norse Academy. Уж больно мало у них получалось дальше. Ну... Выиграли два раунда, один из них был пистолетный. Кстати, чем-то похож на ситуацию с Team Spirit, только те Force проиграли. Но вот теперь это уже и реальные шансы для Norse Academy наконец-то зацепиться за раунд. Они в большинстве. Какое-то время сейчас очень сильно пострадал Dragonfly. Да, он отошел назад, но теперь про него инфа есть. Он волхиповый, есть молотов, кстати, у защиты. Можно попытаться выкурить, но Dragonfly без позиции. Против всех пытается играть. Попадает, кстати говоря, сейчас по Энкилду, но... Дальше его тиммейт уже дал сам фраг. Еще два минуса в ответ от Norse Academy. Теперь только Секрон остается последним. Его просто находят за вагоном и идут дофьюзить бомбу. Киты есть. Так что здесь Norse Academy успевают. И вот он раунд в их копилку. Третий пока по счету. Но уже хоть как-то. Ну что, Norse Academy, как думаете, смогут ли сейчас зацепиться за камбэк, как-то пытаться играть действительно уже не то чтобы хотя бы первым номером, а как-то на равных против Fragsters. Смутили пара-тройка эпизодов, которые мы видели до этого, но потом вроде как все уже пошло более адекватным ключом. Корби детка, может, ты Корбин имеешь в виду? Корбин Даллас, который? Похож ник, действительно. Но не он. Так, Боров идет агрессивно на верх-низ, и, в принципе, пока там его никто не встречает. Возможно, позже какие-то шансы будут действительно дать фраг. Но Молотов как бы намекает на то, что не пойдешь ты, дружище, в ближайшее время. Так, ну, выпад, и при этом очень красивый. Торбен! Торбен, детка, делает фраг, и после этого, в принципе... Может идти дальше со своими тиммейтами. Размен поступил, но пока только один. Мерц работает на АВП. Ну и теперь подключается Гейт. Снова Гейт вместе с Мерцем закрывает раунд для своей команды. Насколько я помню, в том раунде Гейт также оформил, по крайней мере, два раунда. Ну, не два раунда, два килла, извините, друзья, для своей команды. Так что вот так вот, по крайней мере, стараниями некоторых кэрри игроков в своем коллективе можно пытаться цепляться за все. Ну, 10 и 9 фрагов, 2 как раз топ-киллера своей команды, Гейт, Мерц. Пока вроде работает неплохо. Ждем каких-то полноценных, оружейных. Я на самом деле ждал их с двумя АВП, если честно. Один Акору, второй Мерцу и понеслась, но пока все идет без этого. Теперь уже и Фрагстерс будут без снайперской винтовки. Но честно, вот те эпизоды от Dragonfly, вроде неплохой был фликшот, но не ваншот. Но до этого выстрелы были так себе. Пошли драться против Мерца, и оба пострадали. Вот тут уже как-то слишком в себя поверили. Dragonfly получил плюху просто когда простреливал, но Торбина прострелили. Интересно, кстати, сейчас мув. Секрон идет, идет, замечает, но слишком поздно. Борб дал свой фраг, это уже 3 в 5. Ну, такое, 2,5 в 5, если честно. Глядя на этого товарища, ну, Торбин не сможет здесь дать фраг. А что вот делать оставшимся тиммейтам? Эта сладкая парочка еще ничего толком сделать не успела, ни единого фрага. Они просто стояли под зеленью. А все их тиммейты взяли и погибли. Двое от Боропа, один пострадал от Мерца, потом он убил еще одного. Но как же так? Что же делать дальше-то? Вот просто идти и погибать? Дым и флешка понеслась. Эгегей, волосы назад и на Бупленд. Гейт, Мерц. Ну, по идее, каждый щелкнет по одному, и на этом все закончится. Ну, смачок уже против Гейда. Он отбрасывает отличную хаешку, а после этого делает не менее шедевральный хедшот. Энкилд успел сместиться и застилить фраг все же у Мерца, но сам факт того, что Гейт бы перекрыл и первого, и второго, должен быть здесь весьма-весьма убедительным. Вот, наверное, то, чего мы ждали. Более-менее равная борьба двух датских коллективов. И счет 5-5.
При этом явный предпосыл есть на то, что нужно выходить вперед как раз Norse Academy, а не их оппонентам. Fragsters, так вроде бы здорово у них все пошло. Но как-то неожиданно трудности возникли буквально от двух игроков. Остановил один, остановил другой, имеется в виду Гейт и Мерц, и все. И тут Fragsters замешкались, думают, что же им делать дальше. Пока не ясно, пока решают подсаживаться. Подсадка, конечно, любопытная, но, увы, никто против нее не подставится. Из-за этого, наверное, пока она реализована не будет. Хотя вот Аккорд идет куда-то там, но вряд ли прям так на позицию прострела. Хотя Ставни, но он хитро поглядывает, никто не спорит. Если бы Аккор вернулся туда, то фраг бы тоже был. Но фраг по Аккору уже Тэй не нужен, он все равно отъезжает. И, кстати, Калаш подбирается молниеносно. Драгонфлаем. Пока Драгонфлай немного, конечно, смущает меня как игрок, но может быть это был просто досадный эпизод. Мерц, вот у него досадных эпизодов нет. Красивый ноускоп, готов бороться дальше, но и тут, возможно, уже стоило разыграть на бомбу. Вот только бомба, посмотрите, где находится. Там на плент не разыграешь, никто за ней даже не пошел. Рассчитывали на стрельбу? Зря. Наверное, могли бы хотя бы хоть пробустить себе экономику как-то. А так, ну, без бонусных 800 на тело. Остались Fragsters. Это нельзя сказать, что сильно их смущает. Там все равно фулбай, но давайте согласимся, на дистанцию это был бы грамотный мув, который помог бы. Ну и тем более 3 в 3, то есть у вас есть шанс ставить плент, вы можете смело отыгрывать от него. А так пришлось идти стреляться, без девайсов, без арморов, эгэгэй. Но сами понимаете, что эта идея не из лучших. А вот идти втроем на зелень, идея из лучших или нет, это такой интересный маневр. При этом перспективу фраг можно найти. Там явно Аккор хочет чекать с трифами, какой плохой тайминг. Снайпер мог бы прикрывать и должен был бы, но его тиммейты как раз в этот же момент перекрыли возможность вообще дать хоть какой-то минус. Ну, бомба все это время вообще валяется ближе к Б-планту, чем А даже, наверное, на стяжку. Так что весь этот шум под зеленью скорее выглядит фейковым. Нашли только что Мерца, кстати, дали этот фраг под Б-плантом, так что, возможно, хелпа стянется. Есть смысл еще, быть может, перетянуться немного назад и готовиться стреляться там. Неплохая позиция с Экрон. Главное тут не нарваться на Энкилда, который хотел проверять точку своего оппонента. Ну, такое 45 секунд, и надо бы хоть куда-то идти. Нужно уже врываться хоть на одну из точек, ставить плент и играть до победного. Придется воевать против двоих и быстро замыкающейся спины. Отдается дым. Молотов, кстати, в ответ. Вот это интересно. Тут можно сейчас штраф-контроль получить на пробежке, но Аккор вообще не туда настреливал, и в этом была проблема для него. А вот Гейт свой фраг нашел, увы, пока только один. Энкилд, Энкилд бежит, бежит, убивать ставящего. Какая ошибка, все-таки там прикрывали. Спина замкнулась, но теперь Бора показался единственным игроком, и его позиция тут сюрпризов никаких не вызовет. Отличный хедшот, и счет 6-6. Fragsters пока, ну, держится на равных против Norse Academy. Ну что, будет два века или нет? Вот что меня интересует больше всего сейчас, наверное. Аккор, кстати, не закупается до последнего, принимает решение и берут 2 АВП, да. В принципе, для Трейна это хороший мув, мы ждали его. По крайней мере, я ожидал, надеялся на то, что его разыграют, потому что за 2 АВП смотреть интересно. Обычно как-то, раз у Шавика 2, то хотя бы один из них сыграет в агрессивную. Ну, у Мерца была неплохая позиция, но что любопытно, как первый, так и второй снайпер нацелены как раз на сотню. Драгонфлай, кстати, заметили, и он не сильно был этим смущен. Дал выпад, сделал килл, откинул флешку, был готов убивать Аккора, но тут уже не получилось. Вторая флешка спрыгивает Аккор, понимая, что как-то уж сильно жареным пахнет для него. Ну и Драгонфлай, извините. Так и надеется, кого-то все-таки убить. Интересный проброс ХАЕ. Флеш. Пойдет давить Аккор. Ну, когда я говорил про агрессивное АВП, я не имел в виду врывы под флешку с попыткой ноускоупа. Кстати, Dragonfly дал трипл килл. Может, не так-то и плох этот снайпер, как мы могли судить по тому эпизоду, но странный мув. Гейт. 1 в 4, первый фраг есть, выходит на второго, пытается перестрелять, и немного не хватило дожать буквально пары пулей, вот уже был бы второй фраг. А так нет, все же именно игроки команды Fragsters выходят вперед.
Да, пока не сильно, но все же вот по такой-то экономике половину, по идее, себе обеспечит. Интересно, какой итоговый счет будет. Тут варианты приемлемы уже любые, наверное. И на 8-7 можно выходить, и на 9-6. Главное, чтобы не возникло каких-то внезапных трудностей в этом раунде. Ну, и не должно возникнуть, хочется в это верить, по крайней мере. Против пистолетов-то все должно быть легко у Фракстерс. Или нет? Увидим. Но пока действительно все неплохо. Первый фраг очень быстро упал в копилку. Дальше должен приземляться и второй. И он действительно приземляется. Торбен дал килл, дал второй. Красавчик. И оставил уже вдвоем выживать Акора и Боропа. Ну, эта сладкая парочка играет, конечно, на недефолтных пистолетах. Но поможет ли это дать какие-то быстрые, молниеносные фраги по оппонентам? Тем более, что про Акора знают. Бороп стоит на более ближней позиции, но... это поможет ли ему? На один фраг помогло, дальше тоже помогает Бороп. Один в два, увидел еще оппонента на верх-низе. Вот это сейчас может быть интересно. Тем более, что идет стреляться, но не на том тайминге. Торбен, трипл килл. Вот это действительно здорово. 8-6 и последний раунд первой половины. Пора бы уже действительно показывать Аскал и первым, и вторым Норс Академи. Выведут ли все на минимальный разрыв, или же нас ожидает, ну, хоть какое-то... неплохое преимущество для Фракстерс в три раунда. Все эти три раунда, конечно, могут убиться об один пистолетный раунд. Норс Академи первую пистолетку выиграли, могут выиграть и вторую. Да, эта задача, возможно, не из простых временами, но все-таки. Ставьте ему P250. Ну, согласен, хорошо с P250 нарешал. Но пока, по-моему, и с кольтом у него есть неплохие шансы. Спрей, ну, практически на минус 2. Гейт все-таки застилил один из фрагов и сам оформил дабл-кью. После этого Торбин, детка, полетел убивать. Как же хорош. Но дальше нужно еще больше минусов. И от него, и от его тиммейта. Все еще меньшинство. 2 в 3. Но стараниями Торбина все еще может перекрыться. Выпад на прицел Мерцу ничем хорошим не закончился. Торбин по трассерам буквально в ответ дал уже трипл-кью. Ну что? Пошел делать кваш, делать историю для своей команды. Уходит. Делает вид, что уходит. И тут может нарваться на первую перестрелку, которая уже оставляет ему всего 1% здоровья. Ну, на одном хп кваши тащить слишком тяжело, наверное. Тем более инфа про то, что оппонент рытовый по-любому есть. Гейт, кстати, уже идет на стык своему оппоненту. Или не идет? Ну, будут на таких позициях и отыгрывать. Но Торбин, как только сделает стрейф, скорее всего, и отъедет. Давайте смотреть, как Гейт даст этот фраг. Оп! Не дал! Не дал! Квадрокилл есть! Торбин может побежать и уже разыграть на плент. Далеко энкилд, но Торбин-то об этом не знает. Вот это сейчас может получиться эйс на одном хп. Тогда, о мой бог, это будет просто нереально. Так, бомба ставится. На верх-низе будет последний игрок защиты. Понимает это Торбин или нет? Нужно смотреть на все точки. Успеет ли сместиться? Успел. Ну и теперь кто кого переиграет на свопе? Торбен делает эйс, у него было одно хп. О мой бог! Только что этот великий товарищ сделал минусы не хуже, чем вышеупомянутый Брюс Уиллис во всех своих фильмах. ОМГ! Действительно, Торбен! Вот это хорош! Вот я не постесняюсь за него оставить его же автограф у нас на карте. Красавчик! Одно хп, изи-катка для Торбена. Вот такие вот эйсы иногда залетают. Найс! Действительно красиво. Независимо от того, за кого вы болеете в этой встрече, согласитесь, эйс был и вправду хорош. Классный клатч, классный эйс и Фракстерс, который все же выходит на 9-6. Вот такое вот даже не во всех боевиках бывает. Если у меня спросят, существует ли бог, я покажу им на Торбина. Да! Шах и мат. Атеисты, аметисты и все прочие исты. Ну что? Вот тут уже на плюс морали. Нужно давить, нужно играть и дальше. Когда так все классно заканчивается, действительно, можно, в общем-то, уже и пистолетку на кураже попытаться забрать. Но там зависит игра от Норс Академи, поэтому на кураже вряд ли получится. Главное, чтобы стрельба не фейлила тут.
Кстати, там парный поджим зелени. Вот эти вот многоуважаемые товарищи сейчас дадут очень много инфы своим тиммейтам. Попытаются на быстром тайминге закрыть спину. Уже полетели на ножах. Понимая, что, возможно, скоро будет направлен выход. А ведь это аплэнд через верх-низ. Фрозл только что заметил это. Получил по лицу. И пытается играть на отстрел. Дает хотя бы один фраг. В его ситуации уже неплохо. Но по-прежнему такие спорные фраги. Проблемные ХП у того же Гейда, например, 3% здоровья. Видит Тормина, Тормина не убивает сначала, но потом смог перестроиться. Хотя бы один фраг и здесь уже казался чудом, но чудо дальше уже не происходило. Фрагстерс поставили точку, 10-6. Ну, тут уже действительно Фрагстерс начинает очень здорово. Так. Вот теперь Norse Academy, а смогут ли они собраться? Там хоть не было у них в чате вопросы про ХП? Они-то по-любому знали, что битый игрок. Не спрашивали. Им же лучше. Узная не это, думаю, у них бы был бы сердечный приступ. Представьте себе, просто вот попасть смоком в него хватило, он бы уже погиб. Но тут все не так-то и легко. Ну что, игра от одного скаута в руках у Акора. Он свою экономику заруинил совсем, но сейчас имеет реальный шанс ее пробустить. Не только он, Мерц тоже отвечает. Уже на злости фраги полетели, минус 2 есть. И по хп-то не просели, сейчас бы еще второй хедшот не помешал. Он-то и был, но с другой стороны снова включается Торбин. И его выключает Акор. Энкилд прожимает зелень, зелень пропустили. И приходится с крону тут уже крутиться сразу на 3 фронта. Похоже, сейчас Norse Academy не дадут как-то сильно вырваться вперед своим соперникам и уже будут претендовать на, как минимум, взятие форса. Так, Сикрон вообще не понял, что происходит. Его со всех сторон начали дергать. И аккорд трипл килл на скауте. Хорошая реализация скаута, покупка была не напрасной. Действительно, мы часто обсуждаем, стоит ли покупать какой-то определенный девайс. Здесь однозначно стоило. Ну и теперь получится ли в ответ показать что-то подобное, невероятное. Но теперь Dragonfly на его скауте. Все же неплохие минусы были до этого, если вспомнить какие-то эпизоды. На ВП Dragonfly трипл килл давал, но скаут — это колоссально другой девайс. Вот я не знаю, как у вас, дорогие друзья, зрители трансляции, но вот лично у меня в свое время нормально летело навик. Не скажу, что я там был Кеннис в лучшие годы, но, по крайней мере, я себя чувствовал с ним комфортно. В плане агрессивных пиков то на скауте. Как не умел, так и не умею. И, наверное, никогда не научусь. Не дано мне это. Нет у меня гена скаутиста. Но, с другой стороны, вот у некоторых получается и с тем, и с другим хорошо разыгрывать. Все-таки скаут порядком мобильнее, чем АВП. Из-за этого подвластен далеко не каждому. Ну, в любом случае, первый фраг уже нашелся. Снова работает дегуист. То есть, с другой стороны, кстати, эти пистолеты создают огромную опасность. Но вот здесь как раз по голове не удалось заимить у Торбина. Если попал, то, скорее всего, дал бы еще фраг. Хотя, возможно, пока и тиммейты прикроют, и тот фраг не был бы таким принципиальным. Ну, спорный момент, потому что все еще идет баталия за плент, которая, ну, как минимум уже позволяет установку. Вдвоем против троих можно ставить бомбу Norse Academy. Ждут ли спину? Судя по всему, да, ждут. Скрон идет на стык, встречает оппонента, но не перекрывает по стрельбе. Энкилда, из-за чего вот теперь-то уже квач совсем маловероятен. Хотя, вот такой вот первый загулявший пассажир добавляет немного долю рандома. Знает про еще одного, ну, вот, дал по голове, хорошо, но в целом широкий стрейф шансов-то толком не оставил. Акор, какой довольный собой. Вот, я дал трипл килл на скауте, я вытащил раунд для своей команды, а ты нет, я жестче. Ну, не знаю, жестче или нет, жестче будет та команда, которую я выиграл, остальное не важно. Ну что, наверное, расчет теперь будет уже только на следующий раунд. 10-9. Ну, максимум сейчас Norse Academy попытаются приблизиться к оппоненту, а дальше пойдет сама игра. Ну, побегут в пятером все на плент Фрагстерс, пока их оппоненты побегут на абсолютно другой плент. Кстати, паровозик смерти уже первый фраг принес. А, есть. Маг 10 полетел на уверенности. Фармит деньги, но на самом деле нет. На самом деле не нафармил, ничего не сделал. Но, с другой стороны, можно попытаться еще одного игрока на маг-10 убить. Это Бороб. Пока Бороб скорее играет на свои деньги, а не на вражескую экономику.
Все, увы, на этом раунде заканчивается. Никакой интриги не произошло. 10-9 счет, минимальный разрыв. И вот теперь оружейный, который решит очень многое. Нужно рассчитывать на то, чтобы хоть как-то здесь реализовать эти кольты без АВП, без тяжелых арморов и без скитов. Но тяжело, да, конечно, будет, ничего не поделаешь. Но тут нужно принимать на стрельбу. Наверное, какие-то пассивные позиции вообще не зароляют, никак не смогут здесь решить эти эпизоды. Тут нужно действовать первым номером, и Торбин именно этим занимается. Полетел под флешку, увидел одного, и на разменах-то разыграли с тиммейтом. Фрозоу дал нужные фраги, отошел назад. Да, остался с тремя хилспоинтами, но все же 4 в 3. А значит, считается такой выход вперед. Но это уже неплохо. В принципе, вот такой вот врыв, то, о чем и шла речь. Здесь бы пассивные турельные позиции никак не помогли бы. Пришлось бы идти дальше. Надо было бы рассчитывать, наверное, на какие-то там такие разыгровки, в которых ты проявляешь инициативу. Не совсем ясно, а почему North Academy к этому не были готовы. То есть они-то были готовы вроде по позициям, но фраги-то не дали, а значит не готовы, значит не смогли, значит не считается. Дальше замыкается все это время спина, при этом замыкается очень активно Dragonfly'ем, и он просто застанет врасплох абсолютно всех. Главное не спешить, не спешить. Главное увидеть сейчас все, что надо. Ну, надо было увидеть Акора. Он его увидел, и этот фраг был оформлен. Мерц в соло, и авик у него есть на руках. Мерц жесткий игрок, поэтому шанс на такой клатч у него всегда есть. Вот только коварно играет через дым. Один из игроков защиты, а Асикрон недопроверил. Попытался как-то открыться под него, но было слишком поздно. 11-9, Фрагстар смогли зацепиться за этот раунд как раз во многом за счет хороших фрагов на размене на старте. Возможно, этого хватило как раз, и дальше уже пошла игра. Или же кто-то не доиграл со стороны команды атаки. Тут смотрите, как думаете сами. Плюс, да еще и зелень. Не контролили, там закрылась спина. В общем, очень много факторов сложилось для Фрагстарс в их пользу, а не против. North Academy их последние деньги. Вот такая вот сейчас у них будет игра. Да, 200 у Акора, у остальных порядка меньше. Ну, идти наверх, наверное, будет серьезной ошибкой. Хотя там-то даже никого нет, слушайте. Вот, наверное, знал бы это, игрок дефенза уже бы полетел. Полетел давать фраги. Но тут просто пара игроков приемки наверх-низе. Возможно, на более ближнем тайминге они попытаются это все разыграть. Энкил дает первый фраг, но после этого сразу отъезжает. Интересно, как тут просчитает ситуацию Фрозвол. Просчитал он ее правильно. Главное теперь, чтобы тиммейты жили достаточно долго. Тиммейты пока стреляются, молотов на плент. Но уже и тут спину ожидают увидеть. Мерц! Его просто подорвали. Сначала подожгли, а потом уже и хаешка сделала свой фраг. Акор, нет, он не готов к спине. Сейчас еще услышали эти мувы. Игроки атаки, скорее всего, здесь погибнут друг за другом. Ну, независимо от киллов Гейда, скорее всего, здесь Фрозоу точку и поставит. Прикрыл его еще и тиммейт, дал минус по Гейду. Это был один из важных фрагов. Так, здравствуйте. Когда ты очень опечален тем, что твоя команда не может поставить бомбу на бапуэнте. Немного утомился и прилег. Ну и вот он уже 12-й раунд в копилке у Фрагстарс. Ну что, в общем-то, оправдывают игроки звание фаворита, судя по всему. Подавляющее большинство времени именно они играют первым номером. А это действительно главное. Это значит, что так-то игра идет у них вполне неплохо. Есть классные исполнители, были потрясающие моменты. Тот же эйс от Торбина, я думаю, многих впечатлил. В том числе самих North Academy. Но теперь скаут силы, который, возможно, здесь снова сделает историю. Какое-нибудь чудо, трипл килл. Попадание есть, но фрага пока не было. Аэршоты не залетают. Ну, была попытка только одного аэршота. Дальше уже нельзя было находиться. Молотов летел в его сторону. Да и сам Акор теперь битый на скауте. Хороший тайминг. Dragonfly. Фраги есть. Второго перевестись на него не смог. Второй раз тоже промахивается. Dragonfly. Ну ладно, тут и без него все будет хорошо. Потому что Акора уже шли давить абсолютно все. Кстати, Dragonfly как раз и дал этот минус финальный, который и вывел Фрагстарс на 13 раунд. Пауза. Пауза со стороны Гейда и его команды. Тактическая ли? Да, тактическая. Вот такой ответ у нас со стороны North Academy. Пока не поздно, в общем-то, все еще можно зацепиться.
Но тут желательно брать сразу же этот раунд. И дальше пошло-поехало. Есть неплохие топ-фрагеры с той и с другой стороны. У одних это Ставни, у другой Гейт. Ну, Гейт мы видели. Его фраги, кстати, ни одного MVP, что интересно. А такое редко бывает у такого игрока, который стабильно дает по несколько фрагов за раунд. Ну, у него были эпизоды, когда он и дабл, и трипл киллы давал. Дабл точно были, ладно, за трипл, возможно, я не прав. Но, с другой стороны, сейчас взяли паузу, да. Нельзя сказать, что слишком поздно, но пути назад нет. Вот, как по мне, Norse Academy сейчас имеют единственный оптимальный шанс зацепиться за этот камбэк. Дальше уже шансы будут порядка меньше. Торбен. Ну, точка супер наглая, его там пытались нашить. Но все-таки он выживает. Выпад, дым. Есть фраг, Торбен. Отпустят или нет? Отпускаю Торбена! Какая ошибка. Дальше он дает молотов, отходит назад, все. Можно было попытаться хотя бы разменять, и теперь размены не будет. Тиммейт подошел поблизости, теперь есть и Сикрон. Ну, пока и Торбина хватает, глядя на его фраги. Там все в порядке. Два дал, одного после этого только он погиб. И, наверное, этого хватит. С другой стороны, Мерц очень долго ждал этой стяжки и дождался. Фраг свой он нашел. Сикрон тоже упал. А значит, остались только хлопующие звенья. Фрозов решает идти на нижнюю. Его тиммейт на верхнюю, точнее, наоборот. Его тиммейт через нижнюю будет играть. И, походу, на таком тайминге это будет... Нет, не сюрприз, он смотрел, но ничего не сделал. Просто смотрел, как он погибнет. Как погибнет он, как погибнет его тиммейт. Ну, что это было? А ведь он начал ставить бомбу, фейканул, по-моему. Хотя, возможно, я в наушниках неправильно все услышал. Еще одна тактическая пауза, но главное вовремя делать такие вещи. И просто увидел, как чувак вышел и его убил. Зачем? Почему? Увы. Хотя при этом ведь игрока с коннектора убили. То есть один из хелпующих уже отъехал. По-любому кто-то в спину должен закрывать. Фракстер всегда так играли. Да, возможно, стоило ждать еще одного игрока с респауна, но вас же двое. Вы же можете отыграть в паре. Да, ну... Unpause и Norse Academy, у которых нет денег. Именно поэтому и шла речь, что камбэчить нужно было именно с того раунда и там уже давить до победного конца. Здесь... Так не удастся, по крайней мере, легко так не удастся закамбэчить. Нужно будет играть на пистолетах и арморах. Пытаются не руинить свою экономику Норсы, и тут ясно. То есть нужно рассчитывать на следующий раунд будет больше, а здесь все равно есть чего убивать. Есть ЦЗ, наличие целых 4 штуки, один дигл. Наверное, по идее, этого должно хватить. Ну, для того, чтобы хотя бы получить надежду на какие-то... Энтри-фраги. Хорошие возможности напрячь оппонента, но решили просто бежать сквозь маки. Там на линии приемок стоят игроки КТ с кольтами, которые все эти выходы останавливают. Все, да не все. Эндкилл все же 2 килла нашел, но не хватает этого. И, скорее всего, мы приближаемся к ГГшке. Или же нет. Но 15-9, счет уже намекает. 6 матчпоинтов на то, что все-таки коэффициенты были правы. И Фрагстерс действительно здесь являются фаворитами. Ну и вот, последняя надежда. 6 подряд для Norse Academy и овертаймы. Или не 6 подряд и не овертаймы, а просто победа Фрагстерс. Уже 3-я тогда для них, которая позволит им закрепить свое положение в группе. Там, кстати, Торбин на пик пошел и не смог его найти. А вот Мерц свой фраг как раз и нашел. Это заставляет задуматься о том, что, возможно, стоит поменять вектор на атаки. И делать это очень динамично. Так и пытаются. Проверят ли? Проверят ли? Нет, не проверяют. На первого хватило, а дальше вот уже не заимел. А первый игрок команды Фрагстер, второй тоже. И, судя по всему, хоронить пока Norse Academy рановато. Ну, тут все как началось плохо, так и продолжается тоже. Торбен проходит вдоль тупиков, но... Его тиммейт только что отдался. И теперь Торбину есть смысл задуматься, а нет ли поводов засейвить сейчас. Ну, 1 в 4. Маловероятно. Да, Торбин у нас и есть уже делал. Но тогда был другой абсолютный эпизод. Тогда у него времени было больше. А тут вариант подобрать АВП и убежать вместе с ним выглядит наиболее оптимальным.
Так он и сделает, уйдет как можно быстрее, и это будет плюс АВП в следующий раунд. При наличии такой экономики дропа АВП здесь хватит с головой. Отдать его Dragonfly, и дальше пусть пойдет уже игра. Так, случайно нажал вам кьюшечку. Да, дропнули АВП, остальные тиммейты играют на кольтах. И, в принципе, вот вам полноценная рабочая закупка. Почему бы и нет, действительно, пока в плане экономики пытаются себя держать на должном уровне, но вот буквально уже этот раунд заставит Фрактер задуматься об экономическом. Так что, возможно, есть смысл пропотеть и закончить все прямо в этом раунде. Интересно, Торбин, пойдет ли в новую агрессию или нет? Отдает флешку, но сам пушить не пойдет. Возможно, Фрозоу пойдет чуть позже как-то играть в агрессивную манеру. Он неоднократно это делал, но стабильно ловил хорошие тайминги. Тут нужно отдать ему должное. Действительно, у него это классно получается. И снова та же связка под верхнизом. Замечают раскидку, но раскидка-то фейковая. Норс Академи пока пытаются хитрить. Но Торбина не проверяли. Драгонфлай уже дал килл. У Торбина отличная позиция, а реализации-то никакой. Реализации не было. Торбин, ну... Как же так вышло, что фраг он хотя бы один не дал? Там спрыгивают на него. Давай минусы, радуйся жизни. Не дал, не обрадовался. И теперь 3 в 3. При установленной бомбе. Перестрелки через дым. Игра в ежика в тумане пока ничем не заканчивается. Но рано или поздно должна. Сикрон. Ну вот, убей Акора, все было бы хорошо. Атака Акор продолжал прятаться и свой килл все же нашел. Брыв под флешку, Савини. Отличный выпад, красиво. Но дальше нужно как-то выживать. Пытается выживать и вправду. Получалось какое-то время, но дальше начал торопиться и уже не дождался тиммейта. Все, это раунд для Norse Academy. И с такими-то успехами можно еще зацепиться за овертаймы. 15-11 есть, Кольт сейвится, денег... На полноценный бай не будет. Фрагстер, скорее всего, отыграют эко. Тут горячиться не стоит. Это уже 15-12. И там еще один раунд за 2. То есть попыток-то не так-то и много осталось для датчан в защите, которые может привести их здесь к победе на карте. Нужно играть порядком поаккуратнее. Ну, конечно, немного подзакинул Торбин в том моменте. Ну, я думаю, вы согласитесь. То есть позиция у него была хорошая. Первый на спрыге точно должен был погибать. Ладно, там, возможно, кого-то дальше не убить, но... Ведь этот фраг бы как раз и вывел большинство игроков Фрагстерс. И дальше они бы уже могли действовать на разменах. Ну, пока Мерц и его персональный тир заканчивается уже двумя фрагами для него. И после этого Борб включается в эту раздачу фрагов. Ну, тут без проблем, все абсолютно очевидно. Мерс дает трипл. Сикрон с калашом погибает. 15-12 и 3 раунда. 3 матчпоинта. 3 попытки все же выиграть эту карту, а не выводить все на овертаймы. При этом байты не идеальны. Посмотрите, киты одни на всю команду. По гранатам нельзя сказать, что все хорошо. Но вот сейчас Торбин дозакупился. И, в принципе, это выглядит как минимум рабочим баем. А вот у других тиммейтов иногда могут быть проблемы. Ну что, надежда на хоть какой-то уже раунд. У Торбина, кстати, похожая модель игры. На старте он постоянно напрягает котлы. Да, возможно, сам в них не выходит, но как минимум создает видимость своего выхода. Какие-то раскидки сдает. Ну и обычно это на старте работало. Интересно, Акор уже просочился наверх-вниз, и при этом здесь его никто из игроков защиты не встречал. Раньше там сразу двойка иногда находилась, уже новую вышку заняли, чтобы хоть как-то удивить позиционно. Все пытаются удивить позиционно, раз уж на то пошло. Но работа предстоит именно опорникам Апланта, так как идут на них. Есть первый фраг, второй туда же. Сикрон неплохо разыграл, Фрозову пока все еще не палился. Замечает оппонента, но его не перекрыл Акор, даблки уже есть. Как так только что произошло, не ясно, но Dragonfly подключается и уже 2 в 3. Акор и Мерц. Акор дал дабл. Походу нужно больше. Мерц тоже жесткий игрок, поэтому оставляем шансы на такой клатч. Где-то вроде как по голове дали, но никто по ХП сильно не просел. Мерц увидел одного. Акор забирает еще одного, но закрывается верх-низ, и это все-таки ГГ, дорогие друзья, 16-12, и команда Фрагстерс выигрывает карту Трейн, с чем мы их и поздравляем. Да, не без проблем под конец, но главное, что у них все же удалось это сделать.
Ну что, неплохой матч, действительно, уже не такой разгромный, как первый, но впереди остается еще одно противостояние. Это игра Force против North Academy, дорогие друзья, поэтому никуда не расходитесь. Еще один российский коллектив против все тех же North Academy. И как только начнется матч, так и досмотрим этот игровой день Hellcase Cup'а.